Всем привет! Собрался, еду сейчас в сервис. Договаривался еще в марте, чтобы приехать проверить мои тормоза, передние, задние. Возможно, будет под замену. Еще не знаю. Ну, еще одна из маленьких неприятностей — это начало. Вилочка у меня чуть-чуть мокреть. Так что не знаю, возможно. Возможно, под замену сальники. Может, пыль попала, не знаю. Ну, короче, все. Собрался, еду в путь. Погнали. Зайдем. Такие красавцы. И старенькие Дукати есть, и не очень. Есть что выбрать. Зина. Hello. You remember me? Yes. I'm from Ukraine, Alexey. You remember? Сейчас я ему покажу проблему с сальниками. Не знаю, как сальники называются. Проблем. Here. Fork yes. Problem. Yes. Today we are full booked, but I have a friend. That guy is a lean expert. Короче, сейчас я договариваюсь, скажут мне адрес, оказывается, это не здесь, это надо проехаться еще. Дальше будет. Меня ждут. Вот уже. И спросил заодно фильтры здесь. Оказывается, есть мои фильтры здесь. И оригинал, не оригинал. Оригинал стоит где-то 20 евро. Не оригинал где-то 10. Мне пора ехать. Вперед. Знаете, что радует? Что в мою сторону. Моего дома. Приехал в сервис. What's rating? Дали мне адрес. Ну что ж, загнали байк. Фредерик сейчас будет фиксит. Снимать перья, смотреть, что за проблема, или сальники, или так далее. Дальше будет решаться. Короче, у Фредерика еще есть такая установка. Сюда он запчасти кидает. Вот, допустим, сейчас он кинул амортизатор задний. И вот крышка закрывается, тут настройки. Ультразвуком и с вибрацией очистка идет. Тоже тема неплохая. Пришли мои колодочки. Так что сегодня и еще поменяем и тормоза. Новенькие. Тормозуху, скорее всего, возможно, сказал еще. Поменяем. Ну, естественно, уже открутили. Пластмассу скрутил Фредерик, так что сейчас будем масочкой еще менять. Ну, то есть полное ТО, подготовка к сезону. Дальше будет момент истины. Сливаем старое масочко. Так себе, черноватое уже. Пока скапывает, сливается масло, Фредерик занялся заменой колодок передних. Он уже снял их.
Вот они. Уже такие тоненькие, вообще с одной стороны неровная, то есть вовремя. Ставит уже новые. Короче, менять тормозную жидкость будет Фредерик. Начал менять колодки и сюда выдавило уже такую темную, коричневую. То есть это говорит плохо. То есть предыдущий хозяин взял, долил свежее сверху. Оно было свеженькое, красивенькое. Когда начал менять колодки, выдавило сюда вверх темную уже коричневую. То есть полностью будет чистить систему сейчас и заливать свежую тормозную жидкость. Процесс идет. Сейчас будет. It's okay. Прокачивает. Так что, ребята, при покупке это не значит, что у вас система тормозная, маслечка, все чистое, все. Могут вот так вот старые хозяева сделать. Сверху долить свежее, а внутри будет все черное, старое. И это нехорошо делать, такой микс. Ребята, самый быстрый индиан, представляете? Это мотоцикл Фредерика папы. Ну, он каждый день тоже приезжает в мастерские. Дома он не может сидеть, тоже его стихия. Но есть проблема одна, он на коляске ездит, потому что он разбился когда-то. Но все равно он не бросает мотоциклы, все время делает, реставрирует. Там Фредерика мастерские, это его папа очень огромный. Ну, на шкафу что увидел еще? Вот он Фредерик, он раньше выступал, у него куча кубков, супербайк. Фредерик поскорее выздоравливает. Короче, у меня маслечко скапывает потихонечку. Тормоза уже поменяли. Тут тормозуху залили свеженькую, прокачали. Тормозами все супер. Осталось поменять маслечко. Вот еще на дверях на выходе его фотка. Ему было 30 лет, сейчас ему 46. Вот ее фотки старые есть вообще еще. Обтекатели какой-то. Самый быстрый индиан. Типа. Вот он маленький. Вот он. Ну а тут ему уже 30. Машинка V6T. Аудюшка Фредерика. Короче, было 300 коней. Он поднял до 400. S-Line Quattro. Вот такая ракета. Ну а как же у байкера, который ездит на спорте, не будет же ездить на Тауре. Как-то так. Так, ну что ж, распаковал фильтр, поставил, говорит, там смазывать кромку не надо, она уже смазана с завода, оказывается, идет фильтр. Ну, обычно смазывают кромку, берут фильтра и закручивают. А там уже была смазка, оказывается. Съемничек один, вот такой вот, и с таким съемничком. And this is only by hand, but difficult to get on, so I take it with the tool a little bit. It's more simple, I think. Под ключ. But not hard, very, very light. Так, ну что, уже Фредерик заливает масло. Матюль 7100, 10W40. Старые фотки Фредерика под номером 44 мне показывают. So shit. О, найс. That's a Yamaha T-Set bike, that one. I say a T-Set 250. Вот такие кубки. Короче, кучу медалей. Наливается уже пластмасса. Уже к завершению. Вот Фредерик разбирает второе перо уже. На первом поменял этот. Проблема там была с сальником. Родной сальник там стоял оригинальный, но чуть-чуть там был закус. И перелито очень много масла было предыдущим хозяином. Он сейчас разбирает. Специальная емкость, туда все слаживается, чистенько все. Масло стекает, если есть. Короче, неправильно подобрали масло, я так понял. Тут он проверяется, что масло не должно так быстро течь, оно потихонечку должно капать. Поэтому вилка будет работать. Ну, будет она мягкая, все, но она не будет работать должным образом, особенно на высоких скоростях. Внутренняя идет прочистка. Маслечко чистое у меня все. Вилка, видимо, перебиралась.
Фредерик все так же говорит, но уже поставил манжет, саник уже заливает масло. Прокачивает вилку. Шток. Фом. Все, можно выезжать на трек. А что это такое? Смазка. Стоп. Вот это масла. Здесь у него специально для вилок. Все тут пронумеровано, видимо, как это как-то все это смешивается, делается этим агрегатом. Я еще не знаю, стеклышко, как в этом, как в мотоциклах, кстати, это проверяется масло. Вот этим аппаратом смешивается, дозируется, я не знаю, и подбирается должным образом масло. Идет установка второго пила. Чуть-чуть совсем заднюю подвеску хочет подрегулировать, проверяет, сказал надо. Тоже тут подрегулировать под мой вес. На 95 плюс костюм где-то с ботами, где-то плюс 7. Вот такой вес больше 100, поэтому надо регулировать и заднюю. Ну и естественно будем переднюю тоже теперь регулировать после замены. Ну что ж, закончили мы все, Фредерик все сделал. Вот, Фредерик. Вот. Thank you. Таксомики. Таксомики. Have a nice day. Thank you. Bye. Bye. Слушай, наконец-то мы закончили. Фредерик закончил. Собрал вилку. Поменял все комплектующие, сальники, пыльники внутри. Понятно, все промыл, прочистил, отрегулировал переднюю подвеску, отрегулировал заднюю подвеску. Отрегулировал мне цепь, потому что было перетянуто, говорит, это нехорошо. Все готово, можно ехать. Единственное, что сказал еще. Вот это вот не очень хорошо внутри. Вставки вставлены, но типа это лучше снять, потому что они душат двигатель, и это не есть хорошо. Цена вопроса получается со всеми комплектующими, с работой, с тормозами, с регулировкой, с заменой всего 250 евро. Обошлось это все. Всем полного бака, ровных дорог. Берегите себя, берегите своих ласточек.